День 9, центр Припяти. День. Так что, ребят, давайте исследовать, давайте смотреть, что нас тут ждет. Угу. Поставка лекарств в центр Припяти. Хорошо. Тут мы точку поставим. И давайте сзади посмотрим. Нас тут что-то сзади ждет. Где наш прибор? Где наш прибор? Что у нас тут находится? Тебе никогда ее не найти! Твою мать. Здесь правят! Убирайся отсюда! Тебе здесь не место! У, ребят, я пересрал, если честно. А можно так не делать? А можно, пожалуйста, так не делать? Все, оно исчезло, я надеюсь. Да, твою ж. Оставь ее в покое! Да, сейчас. Наша Танюха, так что не оставлю. Идемте искать дальше. Куда нам надо? Так. Пока мы тут на дороге, может, сюда и сходим? Посмотрим, что там у нас есть. А дальше уже будем выполнять квест. Так, вроде пока есть тишина, вроде пока есть пусто. Так, я не бегаю из-за того, что тут, возможно, есть патрули, и, возможно, есть монстры. И не хотелось, чтобы они нас заметили. Так, дай сюда. Так, ты кто? Давайте быстро посмотрим. Опа, и уходим, уходим, уходим. Все. Я надеюсь, сейчас не будет опять этого скримера. Сейчас, секундочку. Надеюсь, сейчас не будет этого скримера. Ага. Так, это патрульный или это монстр? А, их тут два штуки. Хватит ныть. Все лучше, чем человеческие трупы перевозить. Трупы? Какие еще трупы? Ты не в курсе? Теперь две штуки стало. Че? А не важно. Я ничего не говорил, серьезно. Забудь. Так, будем ли мы их по-тихому снимать, либо... Будет перестрелка. Вот это вот еще пока непонятно. Но ты будешь уходить или нет? Мы можем, конечно, сейчас обойти вот так слева. Снять сначала этого, а потом снять вот этого. Потихоньку. Давайте так и попробуем. Но ствол убирать пока не будем. Но ствол пока убирать не будем. Не хочу лишний раз поднимать шум. Тем более, пока есть туман. Пока есть туман. Он нам поможет.
Так, бонжур, ребят. Мне интересно, он повернется ли не, или так ему не будут стоять. Короче, давайте проверять. Так, минус один, и пошлите ко второму. Все-все-все, спокойной ночки. Давай, отдыхай. Так, можно встать, я думаю. Теперь можно встать. Что тут у нас с вами есть интересного? А ну, показывай. Больше ничего, да? Да, больше ничего нету. Так, нам теперь вот в эту сторону и как раз... Так, нет, не то. Вот нам сюда. Конечно, у нас тут. Хорошо. Идемте. Идемте вот туда. Если, конечно, мы сможем пройти из-за радиации. Вот из-за чего я не бежал. Потому что если бы нас спалили, пришлось бы открывать огонь. А мне бы этого не хотелось делать, так как у нас патрушков сильно мало. Если честно, я так и не понял, можно ли здесь крафтить патроны, либо они выпадают чисто после таких вот рейдов. Так, кто тут? Кто тут, что тут? Угу, мы что-то пропустили. Неужели это на втором этаже? Сейчас. Ну? Где это все? Если ошибаюсь, мы здесь были, да? Или нет? Да, по-моему, мы здесь были. Мы вроде с вами коллаж тут забирали. Да, вот тут мы коллаж с вами как раз и забирали. Ага, тут спуск есть. Прикольно. Вот этого я не знал. Ладно, давайте поднимемся, посмотрим. Может, я что-то упускаю. Может, я что-то и упускаю. О! Бонжур. Надеюсь, ты мирный. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь. Так, чувак, давай как-то. Внемли голосу из пустоты. Поспокойней. Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ. Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ. Не-не-не-не-не-не-не. Авада Кедавра. Можешь его застрелить нахуй? По-любому сейчас Волан-де-Морта вызовем. Перестань хвататься за невозможное. Перестань хвататься за невозможное. Забудь о ней. Забудь о ней. Продолжишь копать. Найдешь лишь боль. Продолжишь копать. Найдешь лишь боль. Найдешь лишь то, что не умерло. То, что может покоиться вечно. То, что может пережить саму любовь. Найдешь лишь то. Да, я понял, можешь не повторять второй раз. То, что может покоиться вечно.
Точно. То, что может пережить саму любовь. Можно по два раза не повторяя. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь! Внемли голосу из пустоты. Так, чувак, ты меня достал. Внемли голосу из пустоты. Ага, понял. Повтори. Не буду повторять, все, все, отстань. Все, 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 все. Ага. Понял. Помянем. Как говорится, Волан-де-Морт уже не тот. Так, ладно. Поехали отсюда. Поехали отсюда. Вот сюда. Так, только давайте перезарядимся. Так. Надеюсь, тут никого нету. Надеюсь, как говорится, на шум выстрела никто не прибежал. Так, а нам нужно сюда. Ага, окей, пошли. Блин, какой же стрёмный тип и какой же стрёмный голос. Аж мурашки по коже пошли. О-о-о-о-о-о-о, здоровое. Как оно? А что ты тут забыл? На ужин сегодня у нас пиздюлина. Все, приятного аппетита, чё. Надеюсь, тебе понравилось. Так, что это? Ага, берем все. Будем не пропускать ни одной детальки. Но нам нужны грибы. Не поверите, но нам очень много нужно грибов. Чтобы поставить очиститель воздуха. Маленький. Потому что у нас есть один здоровый, огромный, но он занимает слишком сильно много места. Так, ага, ага, чуть не пропустил. Так, а вот эти вот звуки, этот вот смех мне не нравится. Так, бонжур. Да, по-моему, мы здесь с вами были, если я не ошибаюсь. Мы здесь, по-моему, спасли челика от наемников. Так, где-то тут на второй этаж, по-моему, есть подъем. Во, да. Давайте здесь залутаемся. Так, вы что-то видите? Я ничего не вижу. Так, привет. Я ничего не вижу, даже и фонарик не помогает. Так, ну ты снизу, а ты сверху. Как мне наверх побраться? Ой, ой. Ой, я что-то сделал. Ой-ой-ой, фу-фу-фу, фу-фу-фу. Блин, может гаммы немножко накрутить, но потом будет не то, если я гаммы сейчас накручу. Кажется, будет не то кино. Так, а кто это тут куно смотрит? Да, у нас с вами здесь был тип, где он делся, я без понятия. Но он там был.
Так, вроде ничего тут и нету. Да. Ничего здесь нету. Тогда идем вот сюда прямо. Посмотрим, что у нас тут находится. Надеюсь, я могу спрыгнуть. Надеюсь, я могу спрыгнуть. Ага, я даже могу не спрыгивать, а могу спуститься. Хорошо, отлично. Так, ты здесь находишься. Здесь, по-моему, много радиации. Давайте смотреть. Угу, музыка. Я слышу музыку. Так, надеюсь, ты без авторских прав. Да? Ты же без авторских прав. Здорово. Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? Братва! Ну, Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Ну, вряд ли. Я сюда в 85-м переехал. Игорем звать. Тогда тут все было по-другому. 1985-й. Это 3 минус 5. А, короче, это больше 10 лет назад. О! Понимаешь? Сразу видно, что братва. Это значит, что ты один из нас из Припятской братвы! А Припятская братва рулит! Правда? И сколько вас в этой твоей братве? Ну, еще недавно нас было много, но сейчас остался один я. Я босс, а ты будешь моей правой рукой! Что ж, видимо... Спасибо. А что случилось с твоими друзьями? Сейчас вспомню. Погоди. Так, Саня. Саню арестовали. Ой, Гриша был. Гришу застрелили. Олег с лестницы свалился. Вован в реке утонул. Ну, а Леху съел крокодил. Что? В Припяти же нет крокодила. Да не настоящий. Ну... Крокодил. Шаришь? Наркотик такой. Крокодил. Ты про дезоморфин? Слышал про него? Съел крокодил. Красиво, красиво. Вообще-то это чистый яд. Ты к нему своих ребят не подпускай. Каких ребят? Я ж тебе говорю, я один остался. Один. Евгений. Ну, и ты, Мич, еще мой заместитель. По этому случаю стоит выпить. Но нар весь мой самогон конфисковала. Но теперь мы вместе. Припятская братва еще вернется. И мы зададим этим наровским ублюдкам. Такого они точно не ожидают. Так, поговорить, торговать. Угу. Давай поговорим. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет, одно было, но... Жаль, никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежет, если я ей обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ха-ха! Ты мне нравишься! Нет, не отрезала, она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный.
Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вонюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Так, что у тебя есть? Давай поторгуем. Да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь. Мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Давай, чувак. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, братвы. Так, хорошо. Коробка. Так, торговать и уйти. Мне пора идти. Давай, уйдем. Братва форева, Игорь! Давай, братва форева. Так, давайте отойдем от нашей музыки. Потому что сильно по ушам бьет. Все, и давайте посмотрим, что в этой коробке находится. Использовать. Ага, грибочки. И лекарство от радиации. Понял, ничего, как говорится, полезного и нету. Ну, зато тип прикольный. Так, ладно. Давайте смотреть, что нам дальше. Так, седой мы как раз и пройдем. Нет, тип веселый, да. Ничего не скажешь, тип пуля веселый. Разработчики постарались. Так, кто тут, что тут есть? Ага, дальше у нас... Ё-моё. Здорово. Здорово, чувак. Интересно, что на ужин? Пиздюлина. Я же говорил. Так, кто из вас любит передельный гороховый суп? А ну. Напишите, как говорится, в комментариях. Да, и не забывайте про лайки, ребят. Подписки и так далее. А то я смотрю, люди смотрят и даже лайкосик не поставят. Фу-фу-фу. Вы же не хотите есть передельный гороховый суп? Ой, ё-моё. Надо было хоть протеинового батончика захватить. Жрать хуй. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Во. Надеюсь... Ага, ага, ты тут не один, да? Ага, ты тут не один, понял. А вот отработаю контракт и бороду отпущу. Тёлочки в Москве от бород просто тащатся. Ой, не отпускайте, ребят, так неудобно. Я сейчас с бородой хожу, вы не поверите. Фу-фу-фу. Один дискомфорт. Так, слышь, чувак, а как мы с тобой поступим? Как мы с тобой поступим? Я не хочу... Ой, йо. Сейчас бы кофе бахнуть, конечно. И лучше всего с бренди. Бренди, Венди, Шменди. Так. Так, ну... Прости, чувак, прости. Ты сам виноват.
Бренди, Венди, Шменди. Так, задание выполнено. Все. Можем отправляться домой. Или у нас тут еще что-то есть интересное? Давайте посмотрим по мини-карте. Так, нужна... Ага, отмычка. А где нам нужна тут отмычка? Ну? Ля Ливорвер. Эф, а почему я взять не могу? У нас места нету, да? Или в чем прикол? Так, ребят, не могу взять. Самое прикольное, я подошел в упор. Так, может мне свой нужно выкинуть? Или у нас места нету? В чем причина? F-ку я жму. F-ку я жму. Чтобы вы понимали, F-ку я нажимаю. Но она не хочет браться. Бред, я просто боюсь, что если сейчас свой револьвер удалю, либо выброшу. Так, хорошо, давайте попробуем здесь его выбросить. Оно. Удалить нет, не хочу. Ладно, давайте что-то скушаем. Использовать нельзя. Использовать нельзя. И использовать. Может, у нас просто места нету? Ну и ладно. Револьвер у нас с вами есть. И мы можем даже его изготавливать. Ну, в принципе, все. В принципе, я думаю, можно лететь и домой. Здесь мы с вами выполнили все задания. Я, наверное, на это надеюсь. Говорится, я на это надеюсь, что мы выполнили все задания. Так, ну все. Не лагай. Бренди, Венди, Шменди. Так. Да, привет. Как оно? Так, спокойный, ага. Может, поделимся нормально пайком? Как вам такое? Давайте один раз попробуем. Попробуем от пуза, как говорится, наесться. Все, дальше мы не можем, дальше нам только баеньки. Идемте туда, положим все на шкафчик. Пойдем положим все в шкафчик и будем, наверное, на этом серию заканчивать. Так, грибочки, раз. Пайки у нас есть с вами, хорошо, от радиации тоже сюда. Патроны для... Так, давайте сюда патроны. У нас пока мы с вами есть 30 штучек, и думаю, нам с головой. Так, для дробовика тоже сюда. Аптежку тоже. Так, это пусть будет. И вроде все. Так, что это у нас такое? По-моему, это для восстановления психики. Для восстановления психики пусть тоже, наверное, у нас будет. Все, поделили. Так, не, стой. Во. Все, поделили. Так, ребят, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Давайте, наверное, уже увидимся с вами в следующей серии. Так что все, всем пока-пока.